Сьогодні Шевченківський районний суд Києва повністю задовольнив позовну заяву адвокатів Дмитра Реви до Першого національного та студії ВІТВ. Правозахисники вимагали спростувати інформацію, яку журналісти виклали у фільмі «Ад ов ад», присвяченому терористичним актам у Дніпропетровську. На думку адвокатів, більшість фактів, викладених у фільмі, вигадані. Согласно данного решения, Первый национальный канал обязан предоставить эфирное время телекомпании ВТВ, во время которого она должна полностью опровергнуть данные, которые были в фильме «Ад в ад». А именно, насчет СМС-сообщения, насчет того, что Рева является террористом и бомбистом нового типа, насчет того, что они писали письма на Запорожскую АЭС и так далее и тому подобное. Мы не предъявляли финансовые требования по одной простой причине, потому что нам достаточно, чтобы были эти данные опровержены.